Всем привет, с вами Алексей Красавцев, и сегодня мы будем знакомиться с камерой для PlayStation 4. Я обегал сегодня число 17 декабря 2014 года, и вчера я бегал по всем магазинам сетевым, там Эльдорадо, Nvidia и прочие в нашем городе, и ни хрена не мог обнаружить эту камеру. Но сегодня с утра зашел в один из магазинов игровых. Это тоже в двух магазинах не оказалось ее. Зашел в один из сетевых магазинов и увидел, что камеры подорожали чуть ли не на 800 рублей. И вот я зашел в один из игровых магазинов все-таки и увидел там эту камеру всего за 3090 рублей. Но когда я подошел к кассе, чтобы взять ее, она уже стоила 3490 рублей. Ну что ж. Поиски вчера полного дня, я думаю, ладно уж, переплачивать получается так и так, потому что с сегодняшнего дня, 17 декабря, цены на приставки PlayStation выросли примерно на 10% и на все комплектующие вещи. Вот, но на Xbox One этого еще пока не произошло, так что если вы хотите как-то удачно потратить рубли и не потерять их при росте курса, то советую купить Xbox One, пока он не подорожал, потому что PlayStation уже стоит минимум 24 тысячи, то есть на 3 тысячи подорожало, также и камера, это стало стоить дороже. Итак, в общем, пока я вот болтал, немножечко вытащил эту камеру, что у нас здесь можем мы наблюдать. Вот такие вот вещицы, вот в таком он целлофане она замотана. Видимо, здесь длинный провод. Вот и тут USB кабель такой своеобразный. Закручено все такое вот, как обычно проволочкой. Так, какие-то вот штуки тут валяются. Даже тут инструкция вроде как есть. Давайте взглянем, что здесь. За бумажечка такая, вот инструкция, как подключать. Ну, мы, как всегда, будем делать это методом тыка. Вот, я, короче, по магазину прошелся, я охренел, почему разобрали камеру. Вот так, знаете, всегда бывает, когда что-то хочешь купить, ну, когда не хочешь купить, это вроде как бы тебе не надо, то это все как бы имеется всегда в магазинах. Но когда тебе это реально нужно, когда ты это захочешь, то обязательно что-нибудь пойдет не так. Обязательно начнет расти курс доллара, обязательно начнут расти цены, и обязательно этих вещей не окажется в магазине. Итак, в общем, вот приставочка. На нее я уже как бы тоже делал обзор. Я думаю, поставить стоит камеру куда-нибудь под телевизор. Вот она здесь и так вот еще вращается. Жить. Пленочку пока снимать не буду. Пусть сохраняется типа товарный вид. И попробую, может через пленку все это дело работает. Хотя, возможно, она нагревается. Ну да, тут какие-то есть дырочки, видимо, под микрофон и прочее. Так что пленочку все же, мне кажется, придется снять. Вот, в общем, так вот раскупоривается. Тут она такая глянцевая, красивая. Ладно. Не получается сохранить товарный вид. Ладно, хрен с ней. Ставим вот сюда. Видать, вроде. Так. Такой длинный провод. Надо. Так, вроде приставка выключена. Да? Продолжаем подключать нашу приставку к этой камере. Вот, в общем, ну тут разъем не буду показывать. Как обычный USB разъем. Камера подключена. Стоит вот тут. Хоп. Так, врубаемся. Такс. Приставку видно, телек видно. Камеру видать. Вот так вот пусть будет так. Так, вот он еще. У нас добавить данные лица. Запуск. Видим, что камера у нас определилась. Так. Советы по распознаванию лица. Так, хорошее освещение. Так, заценим. Первое включение этой хрени. Хопа.
Так, ну что нам даст эта штука? Я думаю, даст просто то, что можно будет теперь стримить видео и показывать не только игру, но и самого себя. Так, что тут написано? Добро пожаловать в The Playroom. Это настоящий центр экспериментов с PlayStation камерой и беспроводным контролем DualShock 4 в компании всегда веселее. Так что создавайте друзей и родных, пусть играют все. Нажмите любую кнопку, чтобы начать. Так, любая кнопка у нас крестик. Так, давайте начнем. Первым делом освободите достаточное место перед телевизором. Окей. Нет, ничего не стоит. Ну, кроме камеры, конечно. Ну чё, 2 метра. Нажмите любую кнопку. Так. Комната должна быть хорошо освещена. Солнечные лучи не должны отделять вас от телевизора. Окей. Пойдет. Так, камера где-нибудь в этом районе должна установлена быть. Так, 50 метров от пола. Все как надо у меня, короче, стоит. Давайте я только камеру вот сейчас ее под телек туда вот запихну. Так, вот, чтобы она у нас прям была по центру. Все как надо, чтобы было все правильно. Во. Все вроде. Все окей. Такс. Что теперь? Ага. PlayStation камера должна смотреть прямо вперед. Если понадобится, отрегулируйте наклон камеры. Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить. Так, почти готово. О, я тут сижу, да. Ваш экран должен выглядеть примерно так. Вы должны видеть пол и свое лицо. Ну, вот пол я вижу. Ну, в принципе, мне кажется, слишком близко получается она сидит, да? Так. Давайте попробуем увидеть пол. Опа. Так, пониже даже, пониже чуть-чуть. Такс. Что за дела? Во. Ну, теперь все как на картинке. Ну, как на картинке все, короче. Окей. Так. Что происходит? Световая панель. Все путем. Сенсорная панель. Работает. Все устройства в норме. Парные двигатели трясутся. Датчик перемещения. Все нормально. Так. Динамик работает. Окей. Так, что еще? Что еще нас ждет? Все. Контроллер в норме. Все системы готовы. Ну что ж, давайте посмотрим, что же нам это даст. Кто-то говорит. Так, что же здесь происходит? Ох ты, ох ты. Появился какой-то чудоман. Так. Ну, и что с ним делать? Он меня сканирует. Так, вот так встреча. Вы получили приз. Такс. Пэм. Такс. Тут можно выбирать какие-то штуки, что можно делать с этой камерой. Ну что ж, давай выберем вот эту. Так. Что-то я не пойму, что тут надо сделать. Во, выбираем вот эту хрень. Так, роботы-малыши. Познакомьтесь с роботами-малышами. Это просто развлечение без конкретной цели. Пусть маленькие друзья немного побегают. Нажмите любую кнопку. Давай. Вот он, джойстик мой заряжается. Давай. Так. Ну. И что теперь еще? Так.
Пэм. 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 Если в другую сторону будет. Не, они только в одну сторону вылетают. Ногами их нельзя зашибить. Пам-п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 ам. Во-го. Так-с, и что теперь? Можно дальше, не? Обратно. Ага. И что теперь с этим светом делать? Ага. Прикрывай рукой, он типа гаснет. Окей. Вы получили приз. Отбой. Ну и чё? А, тут. Тут такой вот музончик можно делать. Так, понятно. Продолжить игру. Так, что еще здесь есть? Главное меню. Продолжить игру. Главное меню. Продолжить игру. Ну и что тут с ними делать? А, тут типа пылесос. Блин, хорошо бы эта штука пропылесосила у меня в комнате. Давай попробуем, может получится. Не, ни хрена, путь все равно остается. Ну ладно. Такс. Кровать бы тоже неплохо было заправить. Ну да ладно. Ну и что дальше? А, вот, то есть они выскакивают и запылесосываются. Так, нажмем паузу. Главное меню. Посмотрим, что же есть еще в этой камере. Так. Опа. Щик. Настройка камеры. Но это не надо. Пуск контроллера. Так, это тоже было. Летающий шар. А Бобби какой-то. Виртуальный хоккей. Ну, короче, тут особо-то ничего нету под эту камеру, походу, я так понимаю. Давай попробуем виртуальный хоккей. Так, нужно два джойстика. Виртуальный хоккей у нас рассчитан на два джойстика. У нас второго нету, так что ладно, хрен бы с ним. Давай этого чувака попробуем поставить. Так, летающий шар. Нажмите ОК. Любую кнопку. Так. Подсказка. Шаманим. По три лампы из нее вылезет джин. Я надеюсь, он исполнит. Этот чубик исполнит три моих желания. Так. Ну давай, сканируй. Окей. Так, он что-то не реагирует ни на что. А, ну чуть-чуть есть. О, что-то происходит. Он разозлился. Уклонение. Так, а можно его за эти штуки взять? Ни хрена нельзя. Падам. Ну да. Моя башка типа замерзла. Типа замерзла моя башка. Короче, попробую я-ка сделать, наверное, что-нибудь еще. Так, нажать кнопку Share. Share, можно ли это пошарить? Так, оставлю видеозапись. Оставлю эту видеозапись. И, так, выйду. Так, посмотрим, что-то еще есть. Главное меню, опять этот чудик. Так. Главное меню, может там еще что-нибудь такое интересное есть. Так, хоккей был, это было, настройка камеры было.
контроллер. Пуск контроллера тоже был. Настройка камеры была. Да. Ну, понятно. Так, 50 сантиметров, все как надо. Ну, получше попробую поднастроить ее. Так, пусть будет немножечко вот так вот. О. Так. О. А типа во. О, теперь я полностью влезаю сюда. Так что окей. Все как нужно. Ну так, в общем, установил я эту штуковину по видео какой-то ТВ-студии, во. И все это нужно дело сконтактировать с планшетом. Так, визуальные эффекты, контроллер эффект, музыка и звук, параметры трансляции, маски, объекты. Так, давайте выберем объекты. Так, не знаю, видно и нет. Вот, на смартфоне объекты. Такс. Давайте добавим что-нибудь. Объект. Такс. Один объект добавили. Так, второй объект. Пусть будет у нас разные фонари. Вот такая вот у нас комната, студия сейчас получится. Так, снизу. Снизу это что такое у нас? Снизу так. Такая вот загогулина. Так, что-нибудь нарисуем давайте. Зеленую хрень. Окей. Произошла ошибка в следующем приложении. Playroom. Ну так, в общем, кое-что я тут разобрался. Смотрите, что можно мутить вот такую хрень. О. Тут вроде даже дым можно руками шевелить. Видимо, даже чувствуется сквозняк. Хопа. Хопа. Ничего, так довольно-таки прикольно. Что-то мало там дымку. Что-то кончилось. Что кончился? Дым. Сейчас попробую. Попробую другой какой-нибудь эффект. Так. Хопа. Ну, так вот, летающий робот мне тут в джойстик заряжает какие-то всякие эффекты. Во, приколись. Опять мусор. Где там пылесос был? О, прям настоящий праздник. Так, а вот это что за хрень? Давайте посмотрим. Такс. Это что такое? Это вызов гуманоидов, что ли? Или что? Так, непонятная хрень. Так, плюсик нажмем. Шарик тут какой-то нарисован. Так. Что ты тут нарисовал? Сейчас посмотрим, что из этого получится. Такс. А, во. Вот шарик можно разрисовать так. Ага, можно большой шарик рисовать, можно маленький. Надувать. Так. О. Вот так вот, значит, у нас выглядят шары. Сейчас я попробую нарисовать что-нибудь еще поинтереснее. Так. Интересно, интересно. Так. Так, вот к этой фигне что-то можно, наверное, подрисовать. Нет, ничего не получилось. Сейчас, погодите. Сейчас попробую что-нибудь подрисовать. Такс. Что-то ничего не получается. Оборвать их можно, нет? Такс. Вот попробуем вот такую хрень нарисовать. Будет ли это работать или нет, сейчас посмотрим. Окей. Ну-ка, ой. Нечаянно нажал не то. Так.
О, получилось. Вот такие вот. Хотел нарисовать член, но что-то не вышло. Получились вот такие вот хреновины. Ну, довольно-таки забавно. Довольно-таки забавные хреновины. Так, ну это прикольная штука. Чуть-чуть это доставляет удовольствие. Так, ну-ка попробую еще что-нибудь нарисовать. Так, сейчас. Сейчас я нарисую. Так, так. Окей. Опа. Сейчас зацените, что сейчас покажу. Во. Очень замутил. Так. Еще что-нибудь. Такс. Вот такой загоголину я нарисовал, зацените, что еще можно. О, вот это да. Еще пробуем. Так, другой цвет поставлю. Опа. Такс. Во. Чё моя больная голова еще может придумать, а? Ну, попробуйте догадаться, что это такое. Что-то тут полно уже шариков стало. Ну, в принципе, ни на что не похоже. Просто какие-то баллоны. Очень легко надувается, очень легко спускается. Вот так вот. Оборвалось все. Какие-то сосиски, короче. Такс. Ну что ж. Давайте добавим дымку. Ого. Можно зелененький дым. Вот это да. Сейчас я хапану. Не получается. Это должно выглядеть так. В общем, такая вот хрень. Если вдруг какие-то еще обнаружу с ней возможности, тогда, возможно, засвечу. На этом, пожалуй, у меня сегодня все. С вами был Алексей Красавцев, канал Красавец Геймс. Подписывайтесь, ставим классы и все такое. Ну, короче, всем удачи, всем пока.